Ой, отличный сегодня, вы знаете, вечер. А главное, приятно неожиданно почувствовать себя художником. Вот что я вам скажу. Ну, если многие учатся этими годами, то с помощью данного бренда, а именно бренда Верберта, да, прекрасно можно стать им прямо сейчас и прямо здесь. Ну и при этом, конечно, я удивлена увидеть себя сегодня здесь, на таком большом холсте. Мне приятно. Но я должна, конечно же, представлять данный бренд не одна. Александр, который является генеральным директором и основателем компании. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, друзья. Очень приятно находиться в вашей студии. Показать Спасибо. Наши продукты. Но и при этом расскажи немного о бренде. Как он произошел? Откуда эта идея родилась? Я чуть поправлю. Бренд наш называется «Живопись по номерам». Вот так. Да, нет. Даже так. Вот. Это зарегистрированная торговая марка. Угу. Уже около 5 лет. Мы представляем холсты, поскольку мы их производим. У нас есть товар, который также участвует сегодня в показе. Это белый холст. Многие начинающие художники, продолжающие профессионалы выбирают, покупают просто у нас краски в тубах и рисуют на обычных белых холстах. Ну, наверное, очень большая. Это как раз-таки для того, чтобы делать фон, да? Вот я как раз, конечно, на таком голубом фоне, да? И как раз для этого и нужна большая кисть. Но я смотрю действительно, что есть очень хорошие наборы и красок здесь много, и всего. И вот этот совершенно фантастический вариант Дарт Вейдера, да? Посмотрите. Здесь, кстати, вот номера очень хорошо видны, да? Вот, кстати, прям огромные, да, на мой взгляд. Вот такая... Такого формата картины как раз мне нравится рассказывать больше всего. Здесь представлены черно-белые контуры, но я повторюсь, для флуоресцентных картин они будут легкие цвета, как раз в тон флуоресцентных цветов. И вот большая кисточка, которая дополнительно идет в наборе для большой картины, ей будет удобно как раз вот раскрашивать фон. Самый ходовой размер это, конечно, 40 на 50. Вот мы взяли с собой несколько товаров, можем их открыть и посмотреть, как это выглядит внутри, как вы их будете получать. Да? Mm-hmm. А вот эта коробочка, это размер 40 на 50. У нас также есть вот такие симпатичные дизайны, которые многим нравятся. Можем открыть, посмотреть, что же мы предлагаем покупателям. Как мы и говорили, это краски, холст и в стандартном размере две кисточки. Помимо красок, которые запаяны в вакуумный пакет, чтобы краска не высыхала. У вас идут еще подвесы для картин. Два подвеса, два винтика и, как я сказал, две кисточки для маленьких картин. Одна совсем маленькая, миллиметровая, вот, и вторая побольше, плоская.